Итак, всем привет. Начинаем очередное продолжение SnowRunner. Вот есть интересные. О, вот, отлично. Задачка. Ага, вот где они, да? Слушай, а мы туда заедем? Но тут-то заедем, а тут я не уверен. Кстати, можно ж так поехать будет, да? Можно и так даже, да. Сейчас, секундочку. А, нет, здесь же ж такой крутой поворот. Ладно, я попробую, конечно, проехать. Блин, ну... Я сомневаюсь. Через лесопилку теперь. В ту сторону.
Доехал я до последних двух контейнеров. Топлива хватило, да. Но, к сожалению, его хватит только для того, чтобы загрузить один контейнер и все. И на этом поездка закончится. Поэтому быстрый скаут с цистерной топлива. Учиться нашему крану. Сейчас сцепанем этот ящик. Затем там чуть выше есть где-то второй. Только вот я не знаю, как бы его достать. Какой маршрут будет лучше. А, в общем, в принципе... Зачем же ты, Катя, с этого? В принципе, он не так далеко. А если по дороге, то нам вот так вот сюда. Поэтому я планирую сейчас взять, сложить кран. И заехать за этим ящиком. И просто спустить его вниз. Ну, даже задним ходом мы хорошо идем на гору. Вот и он. Вот единственное, что плохо, то что я не могу его на лебедку взять. Ага, ну что-то он не хочет останавливаться, хоть на ручнике. Да, стоит. Тогда продолжаем наше занятие.
Блин, надо было через другую сторону. Так, вот теперь. Станем между лафетом и контейнерами. И просто-напросто загрузим. Вот так вот. Сейчас. По-моему, я на лафет наступил, но это уже не важно. Так, не в ту сторону, подожди. Сначала попробуем назад. Блин, ну чё он так плохо вирает, этот рус? Так, разворачиваем. Разворачиваем. Опа, отлично. Хотя, зачем я поворачиваюсь, да? Вот так вот. Отлично, просто великолепно. 10 из 10. Теперь упаковать, все, вот так вот. В принципе, можно даже этот джип не убирать, просто поедем, если потянет, конечно, такой вес. В принципе, потянет. Великолепно, великолепно. Но мощностей этому грузовику, конечно, не хватает, поскольку крановая установка плюс лафет груженный. Причем лафет достаточно тяжелый такой, на 4 груза. Грязи, вот не знаю, как по грязи он поедет, хорошо или... Ну, колеса, конечно, грязевые, но лучше чуть-чуть объедут, потому что слишком тяжелый вес, загрузнуть может легко.
Но если взять хороший такой грузовик, то есть тяжелый или внедорожный, поставить на него крановую установку и также прицепить такой лафет, то есть, в принципе, годная тема. Почти одной тачанкой можно выполнить такое серьезное задание за один заход. Ну, как серьезное, в смысле, которое требует затрат техники. И крана, и грузовика, и топлива. Да, кстати, если пользовался двумя машинами, то, скорее всего, топлива бы хватило бы в обоих машинах. То есть и у крана, и у грузовика, для того, чтобы доехать без дозаправки. Вот так вот. И так доехал я через болото на своем чудо-кране. О, а я даже вот так вот и сделаю. На стол будет мешать, не? Зараза, а? Ну ладно. Взял задание «Потерянный контейнер». Это уже последнее задание в этом ролике. Сейчас я погружу его на лафет и довезу его вон туда. В общем, совсем рядышком. Так. Ну вот лебедка Вира вот эта вот на кране. Короче, как-то вот очень она уж медленно вот работает. Я вот сколько поднимаю его, оно один хрен. То есть мало поднимает, медленно слишком. Для такого маленького крана это не 50-тонный, не 75-тонный, там не 200-тонный. Довольно-таки плохой показатель. В общем, тут они вот не продумали. В реализм не продумали, короче, слишком нереально вот он медленно поднимает. Вот так вот. Задача выполнена. И я отправляюсь в свой гараж. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оценивайте видео, пишите комментарии. Всем пока.